Привет, друзья. Ну вот по вашему совету мы в формате коллективный разум сделали ручки золотистые по цвету. Ну, картина шедевральная. Поздравляю. Кто хочет, может распечатать у себя, повесить у себя в доме. Нелли Зарипова, наш литагент, распечатала свою картину, которую я ей писал. У себя в квартире висит. Потрясающе. Наш канал благотворительный, мы не только картины дарим вот так просто, шедевральные, мы еще и бесплатно помогаем всем. Вот мне только вот сейчас, за этот вечер, 4 человека звонили, 4 человекам. Я помогал выходить из паник, я помогал им выходить из стрессов, помогал наладить отношения с родителями, с детьми, ну, короче говоря, все это делается благотворительно. Да, канал благотворительный на самом деле. Так получается. А как же мы живем? А вот у нас вебинар будет сейчас в четверг. И там у меня есть помощники, которые вот благотворительно своим временем делятся. Которые помогают мне этот вебинар провести. Да, и как же мы живем? Как же мы деньги получаем? Ну, получаем у нас, например, кто-то выходит и говорит там ко мне в личке и говорит, вы мне так здорово помогли, я вам так хочу помочь. Ну, мы договариваемся, он мне помогает, я покупаю краски. Живу. Ну, до встречи, друзья. До связи. Да, кстати, не забудьте вебинар у нас. Вебинар у нас будет в четверг, он стоит 3000 рублей. Это для развития нашей школы, человек будущего, Homo Futurus. Чтобы мы могли всем помогать вместе с вами. До встречи.